наконец-то я дождался того момента, что меня подписчики просят снимать какие-то видео. Ну вот, первое видео по заявкам — это будет обзор сабика. Вау, тут народ-то тренируется. Тоже свою взял, чтоб немного закатнуть, это давно не катался. Снег уже выпадал, он растаял. Думали, все, конец сезона, нет, еще можно покататься, чуть-чуть успеть. Это обзор Сакуры D4. Представляю вам две сакуры. Вот эта сакура Арсения. Этот парень сделал копию двойки. Этот парень сделал копию Жигулей Евгения Лосева. И это его шасси. А вот это вот моя шасси. Тоже сакура D4. В общем, у нас есть шасси. Это дека, да? Здесь она выполнена из какого-то текстолита, может пластик, но Сеня сказал, что это текстолит. У меня это алюминий, это конверсия специально для Sakura D4 с переносом мотора, чтобы развесовку можно было сдвинуть все назад и вес был сзади. Здесь стандартная компоновка веса, все посередине, все по всей деке идет. У меня здесь есть перенос сервопривода назад, там крепление, то есть все как надо. Спереди у нас различия только по рычагам. Они алюминиевые, тут резьба не изнашивается, они прочнее. На Сакуре обычно в стоке идут вот такие рычаги. Здесь еще бабочка чуть-чуть там модифицирована, чтобы рычаги крепились. Здесь пластик рычаги, они в принципе тоже свой функционал полностью выполняют, как и эти. Единственное, что здесь резьба менее прочная и она изнашивается. Ну и повредить пластиковые рычаги легче. У нас на этих Сакурах стоит иркутский выворот. В стоке на сакурах обычно на АВД-шных ставится такая пластиковая, никудышная, рулевая, черненькая, она не дает должного выворота. Например, у нас выворот более-менее трудоспособный, пригодный для дрифта. Вот такой вот, например, здесь и где тут у тебя серва. Ну вот, в общем, вот такой выворот нормальный. Можно получить за счет вот этой вот рулевой слайдер. Сакура, чтобы поехала, достаточно накинуть только вот этот вот слайдер и все. Рулиться будет уже лучше. В общем, эта сакура улучшенная за счет конверсии и рычагов алюминиевых, она стоит дороже. Эта сакура обычная, просто с допиленным выворотом, с иркутским нашим, кулаки плюс рулевая. Вообще хороший бюджетный заднеприводный вариант, который может при должной настройке конкурировать с УД-шкой. Конечно, найдутся такие люди, которые будут говорить, что УД-шка лучше, и я, наверное, их понимаю, потому что там все-таки более приспособлен, пластик лучше, металл лучше, но все же для начала этот вариант просто идеальный не может быть, я думаю. Это все равно не АВД, пиленное в РВД, это едущее шасси на заднем приводе. Привет, Сеня. Ну расскажи нам, как ты в хобби вошел. Что у тебя было? С чего все начиналось? Начиналось все опять же с видосов американских на YouTube. В итоге по акции была на сайте в Новосибирске Kyosha Fazer. Это получается ролика. Ролли, да, взял? Да, полноприводная ролика с кузовом Subaru с лисой.
Ну, у нас она была там, светилась видосы. Сейчас фотку прикрепим. Купили типа фоточку. То есть ты с видосов, да, как и все, в принципе, увидел, понравилось, да, да, захотел. Хорошо. Так как-то. Как близкие к твоему хобби относятся? Просто вот у меня, например, недопонимание было сначала жесткое. Да, понятное дело, я думаю, так у всех, потому что отношение первых родителей было, ну, поиграется там что-нибудь, поиграется и бросит. В школе это просто там, типа, игрушки, но есть друзья, опять же, которые понимают, что это, как это. А вот к трудовику ты, кстати, тачку приносил ковырять. Что там, как он? Трудовик относился к этому с радостью. Наверное, помню просто, когда что-то все так хорошо, в идеале, я такой, ну, что-нибудь свинчу, сделаем. Сделаю вид, что работаем, да? Тупо, знаешь, оценки так получаешь. У тебя вот «Жигули» стоит, да? Это копия автомобиля Евгения Лосева зимнего. Вот расскажи вообще, как тебе пришла идея и удалось ли тебе с ним пообщаться, там, как ваши контакты, может, какие-то поддерживаются? Идея была сначала, в принципе, сделать какую-нибудь классику. Вспомнил, что у нас есть... Наш пилот, да? Наш пилот отечественный, да. И решил сделать его копию. Как у тебя завязалось вообще там, Женя, как заметил тебя? Изначально я просто покрасил, решил написать ему, ага, что типа здравствуйте, так-то, так-то, вот решил сделать копию. Без посыла, просто типа вот как есть. Он поддержал, мы с ним общались. А ты ему куда написал? Я ему в Инстаграм директ написал. И он ответил, да, тебе? Да, что, кстати, очень редко бывает. Да, вот редко это. Да, то, что повезло мне очень. Это хорошо. Написал ему, мы там общались какое-то время в Инстаграме, потом он дал свой номер, мы перешли в другие мессенджеры уже. Так как эта пленка абсолютно такая же, как у него, разницы вообще нет. Просто да, в одном сервисе клеились. Один в один, даже в одном сервисе делали. Да, в одном, даже, по-моему, один тот же человек клеил. Круто. Какие дальнейшие планы у тебя вообще в нашем хобби? Может, ты себе новую шасси хочешь там? В планах заказ кузова. Опять же, какого-то проекта, скажем так. Новый проект будет, да? Да, тоже в Инстаграме у меня будет. Окей, я ссылку оставлю обязательно. Спасибо. Народ будет следить. Дай совет новичкам. Ни в коем случае не берите АВД. Хорошим это не кончится. То есть вы можете взять, если вам нужно как для фана или просто ее за неделю мотать в кашу и выкинуть. Ты сейчас дрифт имеешь в виду? Да. Для дрифта не брать АВД. Для дрифта, да. Сейчас я возьму АВД. Научусь там, освоюсь, прикатаюсь, да, 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 и куплю РВД. У меня изначально была АВД, и скажу так, переход на РВД – это самое ужасное, что вообще происходило в моей жизни. Спасибо тебе большое за то, что дал интервьюшку. Так, все, интервью отснято, обзор отснят. Сейчас чуть-чуть покатаем и поедем домой.